Здравствуйте, мы начинаем дистанционное лечение в центре БР Давид, города Иерусалим. У меня есть дочь, ей 5 лет. Диагноз – задержка психоречевого развития. На данный момент мы не можем ходить на горшок, ходим еще в памперсе, не разговариваем. Есть какие-то звуки и мычание, но речи совсем нет. Обращенную речь не понимаем. Сами не можем кушать еще, не можем держать ложку. Самообслуживания нету. Не умеем еще одеваться. Гиперактивность, неусидчивая. Постоянно мы в движении, не умеем сидеть на месте, усидеть на месте. Что еще? Концентрации внимания нету. Не умеем играть с игрушками, как правильно с ними играть, еще мы не знаем. Что еще? Вот мы обратились. Конечно, проблем еще много перечислить, но вот обратились к Давиду за помощью, чтобы он нам помог. И начали у него лечение. Спасибо.